Привет, друзья! Вышли на Русу у Самарки, взяли с собой эхолот. Походим по Русу сейчас с утра, поищем судачка. Он Вова уже начал кидать, как обычно. Я собираюсь. Но если потом будет тишина на Русле, ближе к обеду зайдем в затоны. Там уже посмотрим, что будет. Смотрите видео. Сидит. Один раз он промазал. Опа. Сначала промазал, потом второй раз. Все, сошла. Сошла. Почти разломлен. Да. Сначала я не понял, возле воблера такие круги пошли. А потом хлоп и подвисло. Ну, мелкая была какая-то. Грамм на 800, наверное, может, на 900, да? Нормально. Оп, опять удар. Мощный удар. Не понял. Сидит. Нифига себе. Что это такое там? Мелкое, да? Но то, что это не одна и та же, это 100%. Это 100%, та больше была. Но это мелковато. Полкилошная какая-то. Нет, побольше, наверное, грамм 600-700. Все равно мелкое. Ну, развалил с моей воблер. Да. Ну, опять же, вяло берет, прям совсем вяло. Блин, крючки рассыпались. Надо собирать сейчас, а то потом... Так, давай-ка ты, подруга, на эту сторону. Сейчас попробуем аккуратно снять. Что-то ты совсем какая-то нерусловая щука. Ей надо вырасти грусловую. Да. Сейчас мы тебя отпустим. Да нет, наверное, полкило 600 грамм. Мелочь. Иди, пузатая. Нет, главное, смотри, там с одной точки. Да, одна только сходит, следом же на этом месте, можно сказать. Вот под камышек. Ну, вот поклевки были. Вот на этот воблер, косодака. Мираж 85 размер. Упористый такой воблер. Прям продергивать иногда сложно даже. И вот так мелкими тычками лучше всего, да? Да, чувствуешь игру зато. Да. Ну вот на мелкие тычки он и взял, и взяли поклёв. Оп, сидит что ли опять? Фу, да. Я думал трава. Не пойму, думаю, что такое? Ну это не серьезно вообще, ну ч. Вообще не серьезно. Я почувствовал ударчик, а потом трава что ли висит, думаю. Значит, не рано. Ушла. Надо же было прям на траву. Оп, смотри, что продергивал через траву и взяла. Непонятно, кто там. Через траву прям продергивал. Ну-ка, иди сюда, с травой. Ох ты, какой свечонок показал. Он хорошая. Это хорошая уже килошная щука. Пойдем-ка сюда. Если сейчас не сорвется, пойдешь на уху. Прикольно. Неожиданно.
Промазал. Есть. Ну, прям килошка. В траве, видать, прям стоял. Да тихо ты. Взвесишь, что ли, сразу? Давайте-ка взвесим. Правильно я вес оценил, чтоб прям сразу знать. Чуть-чуть ошибся. 970. Оп, вот он. Вот он. Окунь, да. Такой окушок, как мы на ультравайт ловим. Тихо. Сейчас мы тебя отпустим. Ну, ты окунь взял на бета-шат. Я устал. Оп! Не понял. Сидит что? Сидит кто-то. Опять мелкая, что ли? Или какая она там? Она вертится, да. Значит, мелкая. Полкилошная. Да, опять же, слушай, на эту садаку. На мираж. Мираж сегодня рулит, что ли? Такая упитанная щучка. Пока я вертел, скрутился. Она ушла. Ну, поклевки опять такие нежные какие-то. Я даже не понял, что это такое. Трава, не трава. О, окунь. Я такой зачетный, смотри. О, какой горбач, слушай. Грамм на 250, наверное, да? Зачетный окунь. Давай взвесим. Я думаю, кило 800, наверное. 20. В тенек ее прячь. Ты, может, сам, а то сейчас... Давай, да, надводка.
А, нифига, подними еще назад, возьми. Не сбросилось. Бля, я дом собаку завешал, сука, дома оставил, блядь. Весы? Да. Ну, что-то гонят они, слушай. О, блин. О. Кило 600. Сука. А. Я уж там размечтался, блядь. Кило 600 вышло. Видишь, у меня. Да? Здоровый ноль. Ну, у тебя окунь хороший, что ты? По щуке ноль. Кто там есть? Карандаш либо окунь. Да, ну непонятно. Я говорю, либо карандаш мелкий, либо окунь. Карандаш. Карандаш ё. Ну ё. Да иди ты. Утопил. Опа, есть. О, опять килошный, что ли? На меня прет. Ну-ка. Ну нет, не килошный. А так вот. Тоже, тоже хорошая, да? Еще одну что? Две будет. Ну, возьму две. Они все делают, как раз забабахают. Да подожди ты. Все, уже угомонись. Мы уже решили твою судьбу. Ты не щука, ты хер. Да. Ну, грамм 800, наверное, есть. 700 уж точно. Отличная щучка. Самый раз на хер. Ой. Вот такая щука. Опа, есть опять. Ну, это мелочь совсем. Совсем мелкая пузатая. А, это окунь зачет. Нифига себе окунь. Смотри, Вов. Прикинь, даже окуня я сегодня на него поймал. Окуня, да, заберем. Надо же. Я думал, мелочь пузатая. А это шикарнейший окунь. Ну ты даешь. Этот цвет сегодня просто зашел им, похоже. Смотри, какой его красавец.
Друзья, сегодня работал только этот воблер, можно сказать. Все поклевки были на Косодаку Мирадж 85F. Вот он воблер, расцветка кислотная. Похоже, сегодня работала именно эта расцветка, потому что Вова кидал свой такой же, но поклевок не увидел, да ты, Вов? То есть только вот именно вот эта кислотка сегодня мне принесла несколько щук. Утром мы походили по руслу, сначала поджиговали, ударов не почувствовали и стали на русле вдоль камышика пробовать от нового валера. Потом мы были в Чекаловке, в огороды заходили. Ну и вот сейчас на мясокомбинате мы пошли своего окуня проверить, свои точки, так сказать. Окунь тоже не отвечает, так парочку поймали и все. Взял себе коврик на пол. Вся грязь теперь складывается, вот и вода хоть чисто будет. Ну и не боишься уронить воблер на пол, то есть наступить на него на крючки. Сделано все качественно, швы все прошиты аккуратно. Но у меня коврик этот был уже, я заказывал в той же фирме. У меня был на Адмирале. Сейчас вот я заказал у них же этот коврик себе в эту лодку. Мне нравятся у них застежки крепкие. Короче, качество коврика мне нравилось на Адмирале, поэтому я у них же заказал. Кому интересно, оставлю ссылку в описании. Друзья, ставьте лайки, не забывайте, это помогает моему каналу. Комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем здоровья, пока!